Активисты «Молодой гвардии Единой России» провели мониторинг цен на медицинские маски и противовирусные препараты в аптеках Одинцовского городского округа. Рейд прошел в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль». Всего прошли проверку 6 аптечных пунктов. В ходе проверки нарушений выявлено не было. Стоимость медицинских товаров не превышает норму, сообщила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова.